Добрый вечер! На канале Теледом наступило время встречать гостей. Я Елена Липина, приветствую вас из студии на Невском проспекте. Сегодня Международный день джаза, и в нашей студии мы встречаем замечательного музыканта, замечательного джазового музыканта, мультиинструменталиста, композитора, народного артиста России, главного основателя и художественного руководителя единственной джазовой филармонии Давида Голощекина. Давид Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами в студии на Невском проспекте. Это, по-моему, видно. Это видно, и я знаю, что в вашем творчестве, в вашей жизни Невский проспект не последнюю роль сыграл. Ну да, безусловно, и Невский проспект, как мой любимый город. Хотя я родился в Москве, но, к счастью, был перевезен по месту жительства отца сюда, в наш город, и жил всегда практически вблизи Невского, то есть практически почти что на Невском. Поэтому для меня Невский проспект – это самая любимая улица в мире, которая может быть. Хотя я исходил с самой главной улицы всех столиц Европы и мира. У вас даже посвящение, по-моему, есть Невскому проспекту, да, ведь на солнечной стороне Невского? Дело в том, что я просто настолько люблю и люблю, продолжаю любить наш город, несмотря ни на что, и буду, наверное, любить его до конца своих дней. У меня есть петербургская сюита, сочиненная в 1971 году и записанная на мой первый виниловый диск моим ансамблем, и там есть такая часть на солнечной стороне Невского. Мы как раз на этой стороне и находимся. Вот мы на этой стороне и находимся, да, и невольно я сразу вспоминаю, что я хотел, собственно, этой музыкой, когда я не ставил задачи специально сочинить, это приходило невольно, понимаете, я не композитор. Это композиторы сидят, что-то думают, там, ищут. А ко мне просто идея приходит, потому что я джазовый музыкант, а у джазового музыканта внезапно приходят какие-то идеи, понимаете, и мой мозг так же устроен. Поэтому просто мне так любил город, что мне хотелось это отразить в джазе, хотелось вот как в своем творчестве. Есть несколько объектов, которые безумно люблю. Это, конечно, Невский проспект, это Исаакиевский собор. Смотреть на него на разных сторонах. Там есть часть передо мной Исаакий, которую мне было запрещено называть так. Все эти на пластинке это не осталось. Вот в ту пору. А вот когда я подумал о Невском проспекте, какая-то должна быть, в принципе, музыка. Это всегда для меня была музыка, когда я видел первые лучи солнца после зимы, весной. Первые ранние дни, когда солнце выходило, то получалось так, что одна сторона, на которой мы находимся сейчас, всегда была освещена солнцем, и люди старались пройти по ней именно, а не по той, там, где гостиный двор, там тень. Все поэты, и она всегда оживленная, такой муравейник такой, знаете, вот, веселый, оживленный, разноцветный. И, в общем, в принципе, музыка моя получилась такой. Тот, кто слышал, наверное, мою композицию «На солнечной стороне Невского», она именно вот такая. Но история-то ведь с названием, знаете, тоже... Непростая была. Она непростая, потому что смешная. Мы отправили, значит, было два худсовета. Сначала здесь Ленинградский союз композиторов, значит, давал добро на эту запись, выпуск пластинки. И Андрей Павлович Петров, с которым мы дружили, чудесный человек, который очень любил джаз и очень много нам помогал. Он, конечно, он подписал, но Москва всегда все утверждала. И это главный худсовет. И в Москве на худсовете, как бы, дошли до... Там, сначала до... части моей первой, передо мной Исаакий. Там сидел Никита Богословский, знаменитый наш композитор и большой шутник, как известно, который любил разыгрывать всех. И наверняка так и было. Рассказывал мне редактор. Сначала зарубили название «Передо мной Исаакий». Я всегда любовался, доходил до мойки и видел, когда открывал себя в любую погоду. У меня была собака, я с собакой ходил, и жил я на мойке. И я гулять ходил туда, доходил до этого Исаакия. Передо мной открывалось это невероятное зрелище. Я все думаю, вот хорошо бы это в музыке. И я написал композицию, вот «Сюита», это первая часть, «Передо мной Исаакий». Название было запрещено, потому что Никита Богословский, знаете, как пошутил? Он пошутил 100%, я с ним не был знаком. Редактор мне рассказал, а что такое за название странное? Что Голощекин хотел сказать? «Передо мной Исаакий». Не тот ли, который уехал в Израиль? А это были первые годы эмиграции, 1971 год, когда стали потихоньку отпускать людей. И все. Члены жизни сказали, да, не такое название нельзя пропускать. Это именно. А по солнечной стороне Невского дошли до этой последней части сюиты. Первая была Исаакий, а там еще были две части. А что такое за название на солнечной стороне Невского? А что Голощекин хотел сказать? Что есть теневая? И члены жюри задумались. А что, да, действительно. Тогда во всем искали какой-то второй подвох, второй смысл. 1971 год, вы понимаете, глупость несусветная совершенно. И зарубили бы мне это название, если бы не нашелся один человек в этой комиссии, который сказал, вы знаете что? Он, видимо, хорошо знал наш город, лучше, чем все остальные москвичи, члены этого, сказать, комиссии этой. Он сказал, а это, наверное, та часть, та сторона Невского, которая наиболее была опасна при обстреле, от обстреле во время войны.
Да-да-да, почувствовав идеологическую какую-то нотку, наверное, утвердили. Да, и оставили название. Ну, смотрите, сегодня Международный день джаза, об этой дате, эту дату ввели в календарь, благодаря, утвердила это Генеральная конференция ЮНЕСКО, и в качестве основной цели, да, для чего это было сделано официально, да, было обозначено в документе повышение степени информированности международной общественности о джазе. Вот как вы считаете, неужели действительно эта степень недостаточна? И вообще, и нужно ли это делать? Джаз вообще всегда был таким элитарным искусством. Вы понимаете... Вот что касается международной общественности, да, информировать, ее, наверное, не надо. Потому что я, конечно, за последние там, десятилетия часто бываю на Западе, я объехал почти весь мир, я только не был в Австралии. Вот, и видно, что там ведется работа по информации. То есть человек, ну, конечно, интернет решает все. Сегодня человек захотел сейчас, бы, да, не так, да, как да, я, безусловно. Или мое поколение, которое ничего не могло не узнать о джазе. Понимаете, был железный занавес. А сейчас это просто. Но все-таки пропаганда, скажем, по телевидению, цикл каких-то лекций, определенных филармонических, о джазе, они существуют всюду, но только не у нас. Понимаете, у нас, к сожалению, первый источник – это телевидение, на котором мы с вами находимся, и благодаря которому сегодня кое-что, видимо, телезритель узнает обо мне или о джазе или так далее. Но ведь практически нет никаких программ, которые освещали бы историю возникновения джаза, каких-то личностей крупных, которые влияли бы. У нас их немало, этих личностей. А их немало. И об этом никто не знает. Я могу с уверенностью вам это говорить, потому что я уже 25-й год руковожу открытой мной филармонией джазовой музыки и встречаюсь с публикой еженедельно в течение всех десятилетий. И беседую с этими людьми. И люди, это наши горожане, которые живут в нашем городе, не приезжие откуда-то, многие понятия не имеют, что такое джаз. И совершенно не знакомы ни с классикой джаза, абсолютно ни с чем. Но они хотя бы ходят к вам в филармонию. Они приходят к нам, потому что, слава богу, мы есть, и я счастлив их принять. Но, понимаете, получается так, что у нас нет джазового сообщества. Вот я выхожу на сцену и знаю, что зал, 200 человек сидит у меня, да, и все знают, на чем они пришли, и чувствуют все. И знакомы с этой музыкой и так далее. Нет. Нет такого, да. Но это процентов 10 каждый раз. Это вот знакомый. А 90 первый раз. Потому что у нас нет информированности. И я очень рад, что этот праздник, такой как бы день праздник. Да, есть повод задуматься. Но только он, видите, как он плохо влияет все равно на наши основные каналы, доступные для всех. Но вот, к счастью, должен вам сказать, что я сейчас занят в проекте «Большой джаз» на канале «Культура». Вот я сейчас уже там месяц почти с ними сотрудничаю, будет 6 больших программ, и я там больше того, председатель жюри, там такой еще конкурс внутренний, меня определили так. И вот это будет программа, которая как-то широко, надеюсь, она пройдет хорошее время, я не хочу произносить это слово, которое называют хорошим временем, а просто хорошее время по субботам часов 7 или 8 вечера. Вот, я против английских слов, потому что есть хорошее время, зачем говорить? Не хочу произносить, понимаете, надо, не надо, оно пойдет. И, наконец, людям, широкой массе нашей вообще российской музыкальной общественности, станет, может, больше что-то понять, что такое джаз. Может быть, это произошло благодаря тому, что есть Международный день джаза. Поэтому канал «Культура» решил сделать такой большой проект, называется «Большой джаз». Ну, вот канал «Теледом» тоже такие свои шаги вот вы, доступные. Я очень рад, что я оказался у вас, потому что никакой другой канал меня почему-то по этому поводу не пригласил. Вот джаз – это замечательный такой вид искусства, музыкального искусства, который он стирает границы в общении, он как-то раскрепощает музыкантов, он позволяет им общаться. Ну, казалось бы, одни плюсы этого музыкального жанра. При этом способность импровизировать – у единиц можно встретиться. Ну, вы понимаете, я всегда говорю почему так. Почему так? Понимаете, что джазу невозможно научиться. Вот и чем хотя дело. Есть учебные заведения, где тому говорят, что учат. Но по большому счету, понимаете, можно учиться музыке. Вообще, человек, когда поступает в музыкальное учебное заведение, начиная с детской школы, кончая там даже консерватории, понимаете, он учится музыке, он учится играть, он учится стать музыкантом. А джаз – это не только играть. Это способность научиться импровизировать. Это способность создавать музыку сиюминутно. Не всякий композитор даже с способностями может конечно. Это делать. Это особый божий дар. Абсолютно четко совершенно. Вот со мной было понятно, что я вот в этом направлении. Понимаете, когда я потом уже анализировал, когда я развивался как ребенок, сначала занимавшись музыкой, юноша, и меня это очень влекло. Я не понимал, почему, но меня это влекло. А потом, сейчас, конечно, уже в сознательном зрелом возрасте, я понял, почему. Я понял, какая разница между классикой и джазом. Мне прочили большое будущее, так же, как моим близким друзьям и одноклассникам Марису Янсенсу и Володе Спивакову, с которыми мы дружим по сегодняшний день, да, понимаете, да, они стали большими, настоящими музыкантами, классическими, великими музыкантами, я бы сказал. А я занялся джазом, понимаете. А кто вас ввел в джаз?
Меня никто не ввел, меня сама музыка вела в джаз, понимаете? Это история, которая вообще, в принципе, описана, но в двух словах я могу рассказать. Когда меня приняли в музыкальную школу, десятилетку при консерватории, привели меня, то я прошел все тесты, меня посмотрели на мои пальчики и сказали, о, он скрипач, почему-то решили. Ну, мне было 6 лет, понимаете, что это можно было понять, я не знаю. Скрипач, я не мечтал играть на скрипке. Сучили мне эту скрипку, я с ненавистью к ней относился, потому что тот, кто начинает играть на скрипке, он не может любить этот инструмент, потому что он такие жуткие звуки, и окружающие тоже, но родители, конечно, терпят все. А я... Короче говоря, сучили мне эту скрипку, и музыку я очень любил. С детства я слушал, наслаждался радио, это была одна программа, знаете, вот такой круг висел. И в доме здесь, вот, недалеко от этого места, на угол, тогда это называлось улица Ракова, теперь называется Итальянская и Садовый, висел такой круг радио, и там «Говорит Москва». Все, больше никаких станций не было, но там передавали очень много ту пору классической музыки. И я с наслаждением слушал. Понимаете, все, мне нравилось, Чайковский, Шуберт, Шопен, там все, что было, Бетховен, там все это звучало. Я был, упивался ребенком маленьким. Ну, видимо, это тяга к музыке была. И вот, вы знаете, когда я стал заниматься, стал играть классику, освоил этот инструмент, мне очень нравилось это все. Но вдруг однажды папа меня взял к своей сестре, к тете, к бабушке, они жили вместе, мы навещали, мы ездили к ним по Незнакомской, сели навещать, а у тети был типа патефон. И тетя была таким коллекционером, который сняли слоники, тома, книг, которые она не читала, но они были в полном собрании сочинений, и пластинки с патефоном. И она покупала все модное, все стеллажи пластинками. Не знаю, конечно, она была любителем. Она вот была, коллекционировала, знаете, собирала, собиратель. Ну, я маленький мальчик, 7 лет, мне там 8 лет было. Понимаете, меня не пускали во двор гулять, потому что я все-таки в особой школе учился, не хотели дурного влияния, а мне хотелось, конечно, футбол гонять там и так далее. Но запрещено. И я слонялся между взрослыми и заходил в тетину комнату, там стоял патефон. Говорю, можно я послушаю? Я говорю, да, пожалуйста. Показал, как патефон заводился, да. И я эти пластинки стал слушать. А пластинки были, вот, конечно, не классика. Была эстрадная музыка такая, советская в основном. Все, что было, все, что модное, все было. И я там вдруг напал на Утесова, помню, песня американских бомбардировщиков. Песня американского безработного. Понимаете? Потом вдруг солнце зашло за угол, исп на англ-языке. Угу. Это оказался оркестр Линтона, потом в дальнейшем выяснилось. Я вдруг эти чарующие звуки, 7-летним мальчиком, что такое? И я ждал следующего воскресенья, чтобы прийти снова к тете, чтобы послушать эту музыку, потому что меня тянуло к этому, с Фасмана, там, оркестр, Утесовский оркестр, там они играли такие псевдо-джазовые вещи. Все, что было с ритмом, с звучанием саксофона, с барабанами, жутко мне нравилось. В итоге мне патефон подарили. Я стал бегать сюда рядом, здесь была мелодия против Думы, и экономил на завтраках деньги и покупал всякие модные фокстроты, все, что было. Понимаете, я ничего не понимал, почему вот этот ритм, эти тембры, псевдо-джазовый, потому что настоящих джазов почти не было, но мне это страшно нравилось. Потом в дальнейшем я определил, ну хорошо, я выучил концерт Вивальди, я его сыграл. Сыграл хорошо, меня хвалили, потому что я, видимо, способный человек, и к скрипке в том числе, понимаете? Да, но мне было скучно его 5-й раз играть, 6-й раз играть, 10-й раз играть. Что-то новое я выучивал. И вдруг я понял, а что, когда я слушал джаз, когда мне показали, приятели отца, у которого были коллекции уже на магнитофоне, я услышал Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, действительно, Элла Фицджеральд. Знаете, а что это такое после мелодии идет такое? Что это такое? Что они делают? А это, что это? Какая-то странная фигурация, но оказывается, это импровизация. И тут я понял, годам 14, я понял, что можно сыграть мелодию ритмично, очень-то синкопированно, а потом-то главное, импровизировать можно. И это меня увлекло. Я понял, что это каждый раз ты играешь новую музыку. И понял, что в джазе это почему она увлекает музыкантов, особенно музыкантов, это возможность себя выразить и сочинять свою собственную музыку на основе этой темы. Но это, конечно, не так просто. Ты играешь не просто что-то там. Быть исполнителем и своя... композитором, да, в одном. Да, свобода творчества. А не эти ноты, которые я должен. Великое ему, я с удовольствием и сейчас играю. И могу сыграть и концерт Чайковского, понимаете, ради. Я все это играл. Понимаете, и с удовольствием, и Баха, и Вивальди, и Моцарта. Это для души, понимаете, это чудесный, потрясающий музыка, но моя музыка меня влечет больше. О свободе творчества и о том, как музыка рождается в настоящий момент, мы поговорим после небольшой паузы. Далеко не уходите, друзья.
Мы возвращаемся в студию на Невском проспекте. Я напоминаю, у меня в гостях Давид Голощёкин, джазовый музыкант, основатель, художественный руководитель джазовой филармонии и народный артист Российской Федерации. А мы с вами остановились на свободе творчества, о том, как в настоящий момент рождается музыка. Но вот согласитесь, какая-то несправедливость в этом есть, что музыку эту могут услышать только те люди, которые в данный момент непосредственно находятся. Вот, вы сказали необыкновенно ценную вещь. Вы понимаете, вот это хорошо, если кто-то услышит и слушает нас и поймет. Я каждый раз пытаюсь объяснить нашим слушателям, которые приходят в филармонию джазовой музыки, что там принцип, вот вы слышите музыку, вам нравится, мы играем очень профессионально, да? Вы можете подумать, что мы репетировали, выучили, как классики, материалы хорошо его доносят. Но вы не понимаете самого главного, я объясняю, что это вот сыграно, мы не сможем повторить ни одной ноты. Да, ведь не бывает двух дублей одинаково сыгранных. Нет. Я даже привожу такой пример. Представляете, пришел какой-то новый русский олигарх и сказал, мне так понравилось, как вы сыграли, я хочу, чтобы ноту повторите, вот вам $1 000 000. Ну повторите. Мы не сможем. Хотя деньги очень нужны, джазовый музыкант, не сможем, понимаете? Вот. А репетиционный какой-то процесс ведь должен быть у джазового музыканта? Нет, репетиционный процесс... Вот вы как готовитесь к выступлению? Нет, репетиций как таковых не бывает. Могу препарировать наш процесс. Во-первых, если мы играем джазовые стандарты, это хрестоматия джаза, да, то все знают. Ну, состав, как правило, минимум бывает там 4 человека. Если я играю на каком-то инструменте, пианист, контрабасист, барабанщик, да, и я на каком-то своем инструменте, да, на одном из. И я говорю, знаете что, давайте сыграем джазовый стандарт, там, Bye-Bye Blackbird, там, популярная мелодия, фа-мажоре. Так, пианист играет, ты играешь вступление, я говорю, вот буквально происходит, вот в таком темпе. Раз, два, три, пианист играет вступление, никто ему не говорит. И мы начинаем говорить эту тему и импровизируем по очереди. Вот вся репетиция. Когда я приношу новое, что, ну, это все знают, понимаете, мы можем составить программу, так оно и бывает, с моим ансамблем, который я называю «Небрачное дитя», он называется «Четверо». Это три москвича, потрясающих лучших джазменов нашей страны. Это Виктор Епанешников на барабанах, Алексей Подымкин на фортепиано и Сергей Васильев на контрабасе. Это лучшие джазмены нашей страны. Мы иногда соединяемся и приезжаем сюда. Я в Питере. Мы недавно играли концерт, и на фестивалях мы здесь играем, и нас за рубеж приглашают. Вот так мы ставим нашу программу. Они приезжают, вот они утром приехали, на вечером играют концерт. Мы выходим за час до концерта и говорим, что мы сегодня сыграем? И ряд стандартов. Вот таким вот образом, так, это фа-мажоре, это си-моль-мажоре, это будет в таком темпе. Все, никаких репетиций. И дальше люди приходят на концерт, а получается, у нас записаны диски, а получаются просто шедевральные порой вещи, понимаете? Это зависит от таланта музыкантов. Если я приношу новую, свою композицию, мы ее проигрываем, они не слышали этой темы, я ее сочинил. Вот мы один раз просто проигрываем тему, и все. И дальше тоже Все. Я пишу гармонические последовательности для контрабасиста, пианиста. Они следят за этими буквами, обозначающими аккорды, и все. А скажите, пожалуйста, вот если говорить, например, о традиционном джазе, да, ну вот вы уже упомянули Армстронга, Элла Фицджеральд, а когда мы их слушаем, все-таки присутствует достаточно жесткая форма. Понятно, что там есть места, где они импровизируют, да, вот то, что вы сказали, что вы их услышали. Это главное. Это главное. Сейчас, когда часто на джазовых концертах можно услышать, что джазовый музыкант, он уже настолько улетает вот в эту импровизацию, свою фантазию, что теряется уже и форма, и музыкальная мысль, и содержание. Или, может быть, это я все-таки не совсем подготовленный слушатель. Знаете, Елена, что я вам скажу? Это такая касается, вода это, уже это, знаете, это касается уже современных, таких очень современных форм джаза, которые я, в принципе, не очень приемлю. Это там фри-джаз, понимаете, авангардный джаз, вот, который разрушают традиционную классическую форму, где больше отдано свободы сиюминутной, не связанной ни с гармонией, ни с мелодией, ни с чем, ни с основой, понимаете? Тогда да. Но там очень много шарлатанства, я вам скажу. Я очень осторожно отношусь к этому, к таким авангардистским исканиям, потому что, как правило, выясняется, эти авангардистские музыканты, которые выступают с такими программами, не знают классики, они не могут сыграть мейнстримовский джаз. Просто когда я слушаю, я попытаюсь понять, вот где эта граница искусства для зрителя, для слушателя и искусства для себя, когда мне хорошо от того, что я развиваюсь. Ему-то в этот момент очень хорошо это хорошо, чувствуется. Мне хорошо, когда я играю свой джаз, а он мейнстримовский, понимаете, мне очень хорошо, и моим коллегам все равно. И разницы нет. Ведь зритель, слушатель, который приходит, они же не разбираются, правильно я сыграл аккорд, тот или не тот. У него картина одна музыкальная, политика, вот, законченная. И ему наплевать в принципе, сочинил это тут и нет. Музыка
это трогает его или нет. То есть эмоциональная составляющая какая-то, да. Но человек, пришедший на джазовый концерт, должен понимать, что это не подготовлено, это не отрепетировано, это сейчас на его глазах. Да, но если мы говорим об авангардном джазе, это же там, а там, по тем тому более, же принципу там все авантюра сплошная, понимаете? Поэтому какая она, как она получается? Иногда забавно, понимаете? Там. Но я серьезно к этому не отношусь. Потому что выяснял не раз, еще раз вам повторяю, что все эти авангардисты не могут сыграть, знаете, в задуле в огороде. Для вас важно это? Нет, если он не знает основы джаза, у него нет всех элементов джаза, как он родился, он не джазмен. Он авангардист, он играет какую-то современную авангардную музыку, но не джазмен. Джазом это нельзя называть, вот против чего я. А скажите, существует понятие джазовый стандарт, когда известная какая-то мелодия становится настолько любимой и популярной, что ее используют все джазовые музыканты, да, и вы тоже говорите. Да, это хрестоматия джаза. Да, а как в этом случае быть с теми же авторскими правами, например? Как относятся сами композиторы? Очень просто, могу сказать, очень просто. Дело в том, что ведь, вот, допустим, мелодия Гершвина. Допустим, не знаю, да. Summer Time, все да. знают, там, да. глубины, да, там, берем, да. Она ведь имеет точный текст, я имею текст музыкальный, мелодический, нотами записанный, понимаете? Вот точно теми длительностями, вы понимаете, наверное, да, о чем я говорю? Вы да, конечно. Занимались, да, Елена, наверное, да, немножко да. в детстве, да? Поэтому знаете, что такое до, знаете, что такое четверть, да, и точка, да? Поэтому если нотный текст точно так, я воспроизвожу его точно, тогда это музыка Гершвина. А если я меняю и длительность ноты, и еще что-то прибавляет себя, то это, извините, уже моя обработка музыки Гершвина. Все это понятно. Не его авторство, оно частичное, понимаете, только. Все это моя понятно. Обработка. Понимаете? Вот такая да, хитрость. Да. В джазе это так, потому что никто не играет дословно тот текст, как написан композитором, понимаете. Это импровизация на тему Голощёкина, на тему Гершвина, импровизация Голощёкина. Понимаете? А я не могу не обратиться к форуму нашему, потому что мы объявили, анонсировали ваш приход к нам, и нас на форуме уже оставили зрители вопросы. Ну, во-первых, это не вопрос, это просто послание вам. Обожаю ваше творчество, джаз — это вы, куча восклицательных знаков. Спасибо. Спасибо вам за то, что не ищете синтеза с джаз-роком, не обогащаете репертуар фольклором и храните традиции классического джаза. Спасибо. Ну, это вот вам, это такое, вам такое послание. А на самом деле, действительно, ведь джаз, сейчас есть уже фолк-джаз и рок-джаз, но уже в джазовом стиле, понятно, что классику уже всю, по-моему, переиграли в джазовом стиле. Вы понимаете, Елена, уже, по-моему, дошли до популярных мелодий. Это тоже известно, почему все это появилось. Видите, это же ведь в итоге от того, что, естественно, что все в природе меняется, и что-то усовершенствуется, изменяется тогда, и музыка тоже, соответственно. Поэтому джаз был, господствовал там до 60-х годов, ничего не было бы. Рок-н-ролл был очень близко к этому, это просто как коммерческая танцевальная музыка, в основном будем говорить, такая зависимая музыка, которую и очень я любил на самом деле, потому что там много элементов. Да. Есть сказали, такие. Что вы играли да. буги-буги. Но когда, понимаете, когда появился рок, это несколько другое движение совершенно. Оно было протестным движением, понимаете, таким, там заложен другой, не музыкальный смысл, а социальный, совершенно другой, политический, социальный, какой угодно. Но это заняло умы молодежи, и в конце 60-х годов, особенно с появлением Beatles и так далее, большая часть молодого поколения, они прошли в эту сторону. Но, конечно, поколение, выращенное в джазе, оно осталось верно, но прошло разделение. И музыка джазовая не стала невостребована, и тут же индустрия существует джаза, понимаете? А те, кто стоят у истоков этой индустрии, во голове, они ждут, а что же делать, как продать джаз? Это они придумали джаз-рок. Послушайте, значит, на такой джаз там не продать. А вот если это будет на аритмической основе от рок-музыки, с элементами рока, с электроникой, тогда и с импровизацией, тогда это будет покупать. Появился джаз-рок. И многие джазмены бросились в это моментально. Не потому, что им понравилось направление, выживать надо было. Понимаете, это обстоятельства таковы. Там много было и талантливых людей. Знаменитый Майлз Дэвис, один из гениев джаза, по состоянию здоровья вынужден трубач был великий, пойти да. Да, в это дело, ибо ему хотелось быть первым всегда. И он ведь превосходно освоил это направление джаз-роковое и заразил этой заразой, я бы сказал, до сих пор еще, которой нельзя отмыться никак, большое поколение. Потому что это, на самом деле это мыло, а не музыка, понимаете, по большому счету. По сравнению с тем, что Майлз Дэвис, как он был здоров и молод. Он гениальный музыкант, вот там он оставил наследие большое, а этим он только испортил все, понимаете? Но разве не джаз? Это не принцип, это не подход к музыкальному материалу, не отношение, вот именно джазовое отношение к музыкальному материалу. И, собственно, использовать как исходное гибрид. Можно любую музыку. Скажите мне, разве пожалуйста, нет? Понимаете, вот что лучше? Наверное, вы понимаете, там, допустим, хороший апельсин и мандарин или грейпфрут? Грейпфрут — это же смесь.
честно говоря, какая-то новая, правильно? Это же, в общем-то, смесь двух каких-то фруктов, правильно? Вот. Поэтому я лучше съем апельсин и хороший мандарин, не зачем говорить фрукт. Например, понимаете, или какой-то, помнишь, какие-то яблоки, которые там делают и так далее. Смесь всегда, она уже вторична, понимаете, потому что джаз, как всегда, очень мощный. Рок, как рок-музыка, тоже имеет очень свою колоссальную струю, свою основу и так далее. Но когда это начинают миксировать вместе, получается плохой винегрет. Порой, потому что надо быть очень тонким, талантливым человеком, чтобы из этой смеси сделать что-то отдельное. Такое получалось у некоторых музыкантов. Я не говорю, что это бесполезно. Получалось на очень большом таланте. Поэтому я не признаю этно-джаз, смут-джаз, там, хип-хоп-джаз. Это все не джаз. Это все пристройка, пришивание слова джаз к какому-то чему-то модному, что можно продать. А джаз, он остался джаз. Вот я играю джаз. Вот вы играете джаз, и следующий вопрос на форуме. Чем в этом году порадует фестиваль «Свинг белых ночей»? Ну, он порадует, как всегда. Видите, он порадовал, может быть, больше кого-то, потому что наши финансовые возможности, конечно, весьма ограничены. Поэтому у меня планов-то громадье. Я надеюсь, мне удастся их осуществить на будущий год. 25 лет филармонии, джазовой музыки будет. Но в этом году приедут все равно представители американского джаза. Я всегда приглашаю мейнстримовских замечательных музыкантов. Это будут... Затем это будут замечательные музыканты из Израиля. Знаете, с нашими корнями, конечно, потому что многие музыканты уехали туда. И оттуда... Какие-то новые имена вы открыли в этом году? Нет, новые. Это принцип моего фестиваля. Обязательно наличие новых имен почти в каждой программе. В этом году кто это будет? И в этом году это обязательно, да. Обязательно. Совершенно люди, которые не были никогда на моем фестивале. И это каждом фестивале, которые вторично, не второй раз не приехали. Я не, с удовольствием бы их пригласил. Но мой принцип – немного, но новые имена. Но, и, конечно, главное событие, готовьтесь, 30 числа здесь, рядом на площади искусств, открытый концерт, бесплатный, в течение 5 часов для всех любителей джаза. И гостей нашего города, и, конечно, петербуржцев, которые не всегда могут прийти к филармонии джазовой музыки. Это главный праздник. Ну и 3 дня будут концерты филармонии джазовой музыки вот этих таких отдельных наших исполнителей, в чем-то изюмин, которые никогда у нас не были. Но это блестящие музыканты, можете не поверить, плохих бы я не пригласил. А по каким критериям вы отбираете музыкантов? Вот вы сами говорите, наш, что джазовых музыкантов очень много. Каждый фестиваль в мире... По пальцам. Он имеет свою какую-то обязательную направленность. Некоторые микс делают такой и то, и все, и там, и поп, и рок. Там все. Сейчас, кстати, в Европе пошло поветрие. Ну, джазовый фестиваль, а там половина программы поп-свеки. Понимаете? Там. Ну, какой он? Ну, Стинг потрясающий артист. Ну зачем он на джазовом фестивале? Понимаете? Я бы не стал. А вот, например, просто привожу. Эрик Клэптон, там, ну, блюзмен, белый блюзмен, замечательный. Ну почему он на джазовый фестиваль? У меня нет, у меня принцип такой, у меня мейнстримовский фестиваль, и все об этом знают. И я вынужден отказывать многим, у меня засыпан стол письма, предложениями со всего мира, потому что все знают, что у нас такой фестиваль, уже 20-й будет, понимаете? И я вынужден отказаться от них, потому что они представляют другие направления. Я не приглашаю джаз-рок, никакой не фьюжн. Все это у меня на мейнстримовский фестиваль. Ну, пока я директор фестиваля и основатель, я предпочитаю пропагандировать мейнстрим. Для публики, и публика с удовольствием это слушает. Кто-то другой, там, прижал к нам усадьба джаз, они там черт не знают чего. Слава богу, в этом году их не будет. Я очень рад, потому что они только слово джаз дискредитируют, понимаете? Пускай называли усадьба, там, как угодно. Потому что там джаза было 10%, остальное там, ну, ногу свело. Ну, какое отношение к джазу, понимаете, там, или вопли водоплясово, там, ну... Ну, вот, вероятно, Международный джаз, день джаза, он и призван к тому, чтобы какую-то ясность внести, вот потому что вношу. Действительно не все понимают значение этого конечно, слова до конца. Мне не нравится, знаете, Елена, скажу, что люди так употребляют это слово джаз, его ко всему, оно временами вдруг бывает очень модным становится, или, а я отстаиваю интересы джаза как такового, я борюсь за это право, джаз называться так, как он, на самом деле, чем он и является. Скажите, пожалуйста, вы можете заплакать, слушая чью-нибудь игру? Конечно. Вы знаете, я заплакал, это было так. Я дважды плакал в своей жизни, когда слушал Оскара Питерсона в 1974 году в Таллине. В наш город он не заехал, в Москве тоже не состоялись концерты, отдельная история. Джазовый пианист. Ну, а Оскар Питерсон – это величайший был джазовый пианист. И мне довелось быть на его концерте в Таллине. И когда он заиграл, да какой-то, у меня были слезы. А второй раз я заплакал, когда Дюк Эллингтон играл здесь в Октябрьском зале в 1971 году, а потом мне довелось с ним играть в Доме дружбы. Вы же встречались, да? Да, я встречался, и он это не мог забыть, поместив нашу совместную фотографию в его автобиографическую книгу, которая называется «Музыка моя возлюбленная», «Music is my mistress». Вот, это было потрясающие полчаса, которые я играл с ним.
незабываемое для меня. Это было такое крещение настоящее, в полном смысле слова. Я не успел даже автографа у него взять. Но зато теперь у нас в Германии есть Эллингтонский зал, посвященный этому событию. Посвященный этому событию. Да. Я подозреваю, что в преддверии фестиваля вы, наверное, из филармонии теперь не выходите практически. Нет, вы знаете, нет, у меня замечательный коллектив, правда, филармонии, потрясающий директор, знаете, администраторы, это люди влюбленные в дело, которые получают маленькую зарплату небольшую, потому что, как все работники, мы же ведь бюджетная организация. Я хотел бы это пояснить, потому что многие думают, что это лично мое. Я там хозяин, понимаете, ни в коем случае. Мы же все находимся под комитетом по культуре, который, слава богу, к нам замечательно относится и всячески помогает нам. И у меня работают замечательные со мной люди, которые работают все 20, почти 24-23 года. Преданно этому делу, и я спокоен. Мое дело лишь определить, так сказать, направление, понимаете? И пригласить, кого-то, потому что меня знают, меня любят в джазовом мире, люди верят мне, и в Америке, и в других странах мы встречались, играли, имя мое известно. Поэтому, когда я приглашаю, люди понимают, куда они едут. Вот, и поэтому мы спокойны. Но у нас персонал замечательный, который любит это делать. Это очень трудно, безумно, но они... Ну, мы, в свою очередь, уверены, что в этом году мы опять услышим ярких музыкантов. Да. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. Я вас поздравляю с Международным днем джаза. Друзья, напоминаю, в гостях у нас был Давид Голощекин, замечательный джазовый музыкант, основатель и художественный руководитель джазовой филармонии. Наш эфир продолжается. До встречи.